Добрый вечер, или добрый день, или доброе утро. Неважно, какое время сейчас у вас, там, где вы нас смотрите, я всегда это повторяю, извините. Но главное, чтобы оно было добрым. Главное, чтобы оно было добрым, чтобы в душе и на лице у вас была улыбка, чтобы вы любили людей, а люди любили вас. Это так важно. С вами духовная дипломатия Михаил Маргулис и наш гость, которого я вам снова представлю через минуту. А сейчас напоминаю, что духовная дипломатия, в общем-то, это идея, которая предполагает останавливать конфликты в мире, разного рода конфликты, военные, религиозные, этнические, социальные, конфликты в семьях, останавливать с помощью духовных ценностей конфликтующих сторон. Ну и наша телепрограмма как бы предполагает останавливать конфликты в наших зрителях, потому что каждый из вас представляет из себя отдельно взятый мир, в котором бушуют конфликты, страсти и возникают каждый раз какие-то вещи, которые нужно преодолевать в этой очень, к сожалению, нелегкой жизни. Но она становится легче и лучше, когда мы ее преодолеваем не только сами, а преодолеваем с помощью вот того, который дал нам эту жизнь. А с вами духовная дипломатия, которая не переворачивает часы, чтобы напомнить вам о том, что время не возвращается. Время, видите, продолжает течь мимо пальцев, мимо нашей жизни. И у нас есть, помните, волшебный ключ, который мы открываем ваши сердца и души. Некоторые души так, с таким трудом открываются. Открываем для того, чтобы наш разговор получился задушевным, искренним и как можно более чистым. Мы продолжаем нашу программу, нашу беседу с нашим гостем, очень симпатичным гостем, психологом, писателем, вице-президентом медиагруппы «Invictory» Натальей Вильбовец. Ну, вы помните, мы говорили о браке, о семейных ценностях, о роли женщины в мире, и мы продолжаем сегодня вот подобный разговор. Наталья, скажите зрителям, да, что вы... Прежде всего, хочу поздороваться. Да. Добрый день или утро, или вечер всем. Мне очень приятно быть на этой передаче. И мне очень нравится этот момент с ключом. Когда действительно надо... Ну, я хотела бы участвовать в такой передаче, где действительно мы будем прикасаться к душам и к сердцам людей. И когда, если мы своими словами, своими мыслями сможем открыть чье-то сердце или чью-то душу, это будет очень замечательно. Вы знаете, когда вы говорили, я подумал, что мы живем в мире, вот если так условно представить людей, то почти все мы закрытые дома и закрытые квартиры, причем на большие такие висячие амбарные замки. И для того, чтобы люди как-то больше уважали, любили друг друга, для того, чтобы они могли, как вы говорили красиво, открыть свои сердца для общения с Богом, конечно, нужны вот такие ключи, которые открывают эти души. Ну, не просто вот такой ключ, а ключ – это Божье Слово, ключ – это человеческое участие в жизни другого человека, ключ – это сопереживание чужой боли, потому что сопереживать чужую боль очень трудно в этой жизни. Свою – да, сразу, а вот чужую – не сразу. Мы делаем такое сочувственное лицо. Да, мы сочувствуем вам, да, больно, конечно, да, но думаем там на глубине: ох, слава Господу, что это не у меня. Что поэтому, это не со мной, да. Поэтому, а вот по Христу, вот интересно, по Христу, не по христианству, а по Христу, это сопереживать чужой боли как своей, как своей. Недаром у Франциска Ассизского бывали моменты, когда он полностью, значит, впадал в такое состояние сопереживания боли Христа, у него возникали на руках и ногах раны. Ну,
вот, знаете, я хотел бы, чтобы действительно вот вы коснулись ключа, чтобы больше вот людей, верующих, которые слушают, смотрят нас, чтобы они становились вот такими ключами Божьими, что ли, для избавления, для открытия человеческих сердец, для наполнения их какими-то новыми, важными для них делами, отношениями с Богом и человеком. Наталья, в прошлый раз мы начали говорить о том, какие стихи вам ближе всего. И я вспомнил, знаете, я когда-то выпустил стихи Ирины Ратушинской. Она жила в Украине, и когда-то за написание при советской власти таких крамольных стихов, как считалось тогда, она пробыла 7 лет в лагерях, написала много, значит, интереснейших стихов. И у нее присутствует часто такая духовная доминанта в стихах. Я знаю еще и помню ее мужа Игоря Геращенко. И вот я вот хочу прочитать вам эти стихи вот о христианском отношении к человеку. Вот человек сидит в тюрьме, в Мордовии где-то она сидела, страшно, тяжело, у нее есть книга об этом. И вот пишет: их пророки обратятся в ветер, в пепел обратятся их поэты. Им не будет ни дневного света, ни воды, и не наступит лет. О, конечно, это справедливо, как земля их носит окаянных. Грянут в толпы огненные ливни, города обуглятся краями. Что поделать? Сами виноваты. Но сложу я договор с судьбою, чтобы быть мне здесь, и в день расплаты хоть кого-то заслонить собою. Замечательное стихотворение. Очень так трогает. Я вспоминаю эти стихи ее часто, потому что христианство – это не только подать стакан воды, не только помолиться о ком-то, а вот помнить о том, что вера без дел мертва, совершать вещи ощутимые, видимые для Бога и для людей. А у вас какие-то стихи приходят на память? Вы знаете, мне сейчас, в данный момент, очень нравится стихотворение совершенно новой писательницы, я думаю, что очень молодой, еще не совсем известной, Елены Несмеян. И вот хотела бы их тоже процитировать. «Прощаю, отрываюсь и лечу. Я не хочу быть скована обидой. Я не желаю быть к земле прибитой. Хочу летать, свободной быть хочу. Мне крылья подарили в небесах. В обмен на старый панцирь черепаший. В обмен на бесполезный день вчерашний. Мне подарили жизнь в иных мирах. Я дорого плачу за свой полет. Большая вера требует вложений, отказа от обид и самомнений. Иначе кто-то твой полет прервет. Гораздо легче ползать, чем летать. Стабильней, безопасней и сытнее. Но, к счастью, птицы ползать не умеют. Они должны в полете умирать». Это стихотворение отражает сейчас, вы знаете, состояние моей души, потому что я очень люблю поэзию, и мне очень нравится стихотворение Анны Ахматовой и того же Евтушенко. Мне нравится их точный стиль и попадание в цель словами. Но вот в данный момент я хотела бы и поддержать эту девушку, и оно, наверное, отражает в какой-то момент мои ощущения. Знаете, я вспомнил слова одного пастора и потом священника было. Я вспомнил, как я выступал на юбилее, ну, годовщины убиения священника отца Александра Меня. И я сказал, если бы у нас была какая-то возможность вот спросить его, там, где он находится, как бы он хотел умереть, а он умер от удара топора или саперной лопатки, говорят. Я думаю, что он ответил бы, что я хотел бы умереть так, как я умер. А один, значит, пастор мне сказал, я хотел бы умереть
во время служения, не во время там обдумывания или в кровати, или сидения за службой, во время служения. То есть, вот как она говорит, птицы должны умирать в полете. Ну, конечно, мы не можем выбирать свою смерть, но вообще это прекрасная мысль – умереть в полете. Потому что в полете, во-первых, мы ближе еще к Богу, мы ближе к небесам. И мы делаем то, для чего мы призваны. То есть мы чувствуем, что наша жизнь не бесполезна. Мы помогаем кому-то им. Ну, делаем нашей жизнью кому-то. Другими словами, что наша жизнь, раз мы рождены от Творца, созданы, не только ползать по земле, да, а пытаться на крыльях веры подняться ближе к небесам, к Нему. Ну вот, еще один такой важный вопрос. Я знаю, у вас недавно появился сын. Ну, это тоже я называю детей, это подарки от Бога. Даже если они не вполне как бы нас слушают или в будущем не уделяют нам достаточно внимания, все равно это подарки. Вот, подарки мы не держим все время в руках. Подарки иногда лежат по углу, и мы о них забываем. И они о нас забывают. И вот Даниил, сынок у вас такой замечательный, которого я люблю, благословляю. И вот вы как мать уже, что приносит в мир появление ребенка в семье? Как вот маленькая семья, миллионы семей, миллиарды, а как отражается, значит, появление ребенка в семье на мир? И ребенка не случайного, а созданного любовью. Созданного любовью. Что приносит вот это новое положение в мир, в семью и в сердце матери? Знаете, я хотела бы уйти от таких банальных фраз, которые очень многие люди говорят. С появлением ребенка я почувствовала радость, невероятные ощущения. Вы знаете, я почувствовала и радость, и невероятные ощущения тоже. Но прежде всего я столкнулась с новым миром. Для меня рождение моего ребенка стало не просто рождение нового человека, а человек с его собственным миром, с его собственным отношением к этой жизни. Да, он маленький, он еще многого не понимает, не знает. Но что мне нравится, что ты можешь наблюдать за развитием нового, абсолютно нового человека. Ты не можешь сделать его таким, каким ты хочешь. Это самое интересное. Ты не можешь заставить его быть таким, каким ты хочешь, думать так, как ты хочешь. Ты можешь делиться тем, что у тебя есть, а он делает это по-своему. Он относится к жизни, к миру абсолютно по-своему. Совершенно не так, как ты ожидаешь. И вот я очень люблю наблюдать за ним. Да, времени может быть не всегда много, но я люблю наблюдать за ним каждую минуту, как только у меня есть возможность. Как он воспринимает окружающий мир, как он воспринимает любовь, как он воспринимает человеческие отношения. Для меня это вот новый мир, за которым я очень люблю наблюдать. Я очень люблю отстраниться и смотреть. Я знаю, немногие решаются на это, потому что всегда вроде бы нет времени, всегда суета захватывает тебя. Но мне кажется, надо останавливаться. Потому что эти моменты ты можешь никогда больше не увидеть. Ты можешь их не понять. И ты можешь даже не задуматься над этим. Но ребенок — это новый человек. То есть, помните, мы вначале говорили, что так как каждый человек — это отдельно взятый мир, то мы можем сказать вот после ваших слов, что рождение ребенка — это рождение нового мира, индивидуального. Да. И вы в данном случае столкнулись с новым миром, другим мироощущением, другой логикой, другими понятиями. И не надо ломать, как вот я понял, вы правильно делаете. Да. Надо наблюдать и надо добавлять. Надо, возможно, где-то корректировать, да, где-то учить, но изменять этот мир под себя не надо. Потому что мы тогда изменим полностью. Потому что это другой мир, да? Это не мы. От нас, но другой мир. Так как Господь сотворил всех, но все мы разные. Абсолютно. Так и мать, и отец сотворяют ребенка, но он другой. Спасибо, Наталья, за
ваши слова, за ваши откровения, за ваши беседы. Вы знаете, я так думаю, что вот как раз такие откровенные разговоры и могут помочь человеку, слушающему нас, преодолевать какие-то свои психологические депрессивные барьеры, могут помочь человеку. Да, да, это все есть. Боль есть, печаль есть в этой жизни, непонимание, неоценка наших способностей. Но все это можно преодолеть тем словом, которое мы несколько раз уже с вами сегодня использовали – любовью. Любовью Бога, любовью человека друг к другу. Ибо вы знаете, я вам скажу, что любовь человека друг к другу – это любовь Бога к человеку. Потому что в Библии, если вы помните, сказано было: лицемер, как ты можешь говорить, что любишь Бога, если ты не любишь ближнего своего? То есть наша любовь к Богу отражается в нашей любви к человеку. Поэтому вот с такой, ну как бы, любовью к вам мы не можем видеть вас, не видим вас каждого в отдельности, но мы знаем, что ваши сердца вот во время этой программы хоть чуть-чуть наполнились большей любовью друг к другу. И мы действительно, не так, как говорят певцы, мы любим вас. Нет, мы действительно любим вас, потому что мы стараемся любить Бога. И я оставляю вас, дорогие друзья, с надеждой, что в этой жизни действительно очень трудно бывает. В этой жизни Наташа бывает так одиноко. Но вот я думаю, что мы вот вообще нашей жизнью часто отражаем жизнь Христа. Вот как ему было одиноко, когда он говорил, молился о чаше, чтобы Господи, Пронеси мимо меня. Ведь мы же тоже так часто молимся, говорим: Господи, вот предстоит операция, или предстоит там разлука, или предстоит что-то, Господи, пронеси мимо меня. А разве мы, Наташа, с Христом не выходим из Гефсиманского сада и не говорим Его же словами: душа моя скорбит смертельно? Человек в своей сути он очень одинок, потому что перед, например, перед порогом смерти никто не поможет тебе принять новую реальность. Когда ты сталкиваешься с какой-то серьезной проблемой, никто не может помочь тебе в твоем одиночестве. То есть тебе нужно найти Бога, и только вот этот момент, он поможет избежать вот этого личного одиночества, которое есть всегда и во всем. Мы рождаемся одинокими, мы живем одинокими. Часто одинокими. И мы уходим, подходим к своему последнему, скажем, порогу тоже одинокими. Для того, чтобы это одиночество как-то приняло логический смысл, вокруг нас могут быть люди, Но впереди нас может ждать только Творец. Поэтому вот с таким ощущением и надо жить, о том, что это не только конец, но это и начало новой жизни. Вы знаете, когда умирал такой, его повесили гестаповцы, Дитрих Бонхофер, такой теолог, писатель, который написал книгу «Цена следования за Христом», когда он уже умирал перед смертью. Свидетель, один английский врач, сказал, что Бонхофер произнес такую фразу: «Это конец, но это и начало». Это конец нашей программы, но мы не прощаемся надолго. Будьте счастливы, благословенны, будьте спокойны в этой жизни. Желаем вам с Натальей тишины в сердце, и пусть ваша жизнь всегда, всегда будет наполнена ощущением связи с нашим Творцом. Очищайтесь в святости. Помните, вот доктор Джей Рокли говорил: когда мы очищаемся в святости, мы становимся ближе к Богу. С вами был Михаил Маргулис, простите, что я первым себя называю, Наталья Вельбовец и программа «Духовная дипломатия». Всего вам доброго, храни вас Бог.